Вот, наконец-то привезли крылья. Переходим к заключительному этапу нашего теста. Но прежде чем мы начнем этот тест, я хотел вам показать, что стало с заточкой. Ну, с заточкой практически не стало ничего. Вот. Но теперь бы я вам хотел показать один неприятный момент. То есть вы видите, лайнер находится на середине клинка. То есть вроде как бы должно все быть нормально, но я даже не прошу пальцы. То есть вы видите сами, замок здесь не держит вообще. Даже при малейшем усилии он складывается. Крылья мы будем резать стандартно. Махалочку и по суставам. Махалочку и по суставам. В конце теста мы посмотрим, что стало с режущей кромкой, как поведет себя сталь после этого теста. Ну и на этом будем заканчивать. Спасибо. Но осадок уже неприятный о том, что здесь лайнер не держит никак.